В детстве, на окраине галактики, я слышала истории о человеке, который предсказывал будущее. Эту историю я узнала лишь много лет спустя, когда она стала и моей историей. Когда эта история стала единственной. Вы знакомы с моей работой по психоистории? Каждый математик читал вашу теорию. О, это не теория. Это судьба всего человечества, выраженная в цифрах. Империи не нравится то будущее, что я предсказал. Мировая история полна разномастных лжемессий и шарлатанов. Убить их. Да, он убит, но как же его движение? У мучеников долгий период полураспада. Расчеты доктора Селдона верны. Империя умирает. Воинам не будет конца. 10 000 миров превратятся в радиоактивный пепел. Перемены пугают. Особенно тех, кто у власти. Но есть шанс сократить мрачные времена, что нас ждут. Так каков план? После падения наша цивилизация восстанет из пепла. У грядущих поколений будет фундамент для развития, основание. Мы должны сохранить самые существенные фрагменты цивилизации. Решить, что будут помнить, а что забудут. Мы сейчас стоим перед фактом назревающего кризиса. Таков план. Отступать нам некуда.